да, то, что ну, я сильно очень почувствовал поддержку. Потому что как бы это уже не первый штраф. Меня первый раз штрафовали за 10 тысяч за свою гражданскую активность. Ну, то, что я выходил, вышел поддерживать своих друзей, братьев. Это первый штраф был 10 тысяч. Как бы, когда меня оштрафовали, я у меня не было каких-то сомнений, что я поступил неправильно, потому что я знал, куда я выхожу, что я делаю. И вот, по воле Аллаха, меня оштрафовали второй раз. И даже после второго штрафа, несмотря на такую большую сумму, у меня как бы не было сомнений в моей неправильности, потому что, когда я выходил, я понимал, куда я иду. Я понимал, что я иду к своему другу, я иду к своему брату, который, ну, я знаю их. Да, вот я выходил на один обыск, я всех их знаю, я живу в этом городе, и как бы я знаю тех людей, которые, ну, никакого вреда не несут общественности. Я их знаю очень множество лет, это уже более 10, может, лет. И никогда ни плохого ни для семьи, ни для окружающих эти люди не делали, да? И то, что тот беспредел, который происходил у них в домах, аргументируя, что они какие-то террористы или экстремисты, ну, я считаю, что каждый из нашего народа должен поддерживать, да, своих сородичей, да? Потому что, ну, тот беспредел, который система делает, да, по отношению к нашим братьям, друзьям, которые столько лет жили и не были никогда ни террористами, ни преступниками, ничего плохого не делали, а их на сегодняшний день обвиняют. Я считаю, что позиция народа должна быть такая, чтобы, ну, мы выходили и поддерживали, да? Чтобы не оставались равнодушными к этому беспределу. И как бы в конце хотел бы сказать то, что большая благодарность, да, нашему джимату, который Ахамдулиллях Берликте в единстве, да, мы, ну, помогли как бы оплатить этот штраф и, ну, и не остались равнодушными. Иншаллах, если, ну, любого, кого бы не коснулось, если наш джимат также Берликте в единстве будет одолевать эти проблемы, то как бы они не ухищрялись бы, эта система над нами, над мусульманами Крыма, мы, иншаллах, вместе сможем преодолеть любые проблемы, и не, ну, наш народ, иншаллах, не поломается. Да? Большая благодарность, то, что не остались равнодушны. Я бы хотел, наверное, добавить еще несколько фраз буквально. Он очень хорошую позицию, да, сказал. Эта позиция, я думаю, должна стать позицией каждого. Ну, Крымский марафон – это определенный продукт, наверное, крымской солидарности, вот того объединения, той площадки, которая образовалась вокруг семей, вокруг людей, которые оказались репрессированными, оказались оклеветанными, оказались в определенной степени в сложной ситуации. И вокруг них образовалась эта площадка, которая содержит в себе, открыта она для всех, содержит в себе как юридическую, как правовую, так и помощь вообще в целом, в любой сложности, которая связана с репрессиями, с несправедливостью, с оклеветованием. И в данном случае вот Крымский марафон – это продукт этого крымской солидарности. И вот такие активисты, которые когда выходят на такие мероприятия, поддержать своих, скажем, земляков, своих односельчан, горожан, своих друзей, близких, знакомых, и оказываются в такой ситуации, они уверены в одном, что то, что они делают, это истина, что то, что они делают, это правда. И то, что они делают, они знают, что это может быть наказуемо. Несправедливо, но наказуемо. С оклеветованием, но наказуемо. Но это не должно останавливать, потому что если человек только допустит себе в голову мысль, что я не лезу в политику, я не лезу ни в какие дела, никому не помогаю, никому не делаю, чтобы меня не трогали, то пусть он знает, что завтра придут к нему. Потому что не быть в политике, это не значит, что политика не коснется тебя. Это одна сторона, да, вопроса, а другая сторона вопроса – это все-таки наш народ, многострадальный народ, который на протяжении многих лет, десятилетий имеет колоссальный опыт борьбы, сопротивления, мирного. Хочу обратить внимание, именно мирной борьбы, мирного сопротивления, мирных протестов, мирных обращений. Он уже имеет множество выработанных механизмов по тому, как выдержать и как
выстоять и как преодолеть все эти барьеры. И это все сводится к единству. Единству идейному, единству мыслительному, единству вокруг любой проблемы. Будучи как мусульмане, мы говорим, каждый человек и этот народ, и мусульмане, да, как одно тело. Любая колючка, которая попадает в наше тело в любом месте, она отзывается болью и жаром на все тело. И также боль и тревоги, и репрессии любого человека, они должны отражаться отзывчивостью всего народа. И соңынан скажу, джематха чох сауламыз, эпсы иштрах эткенлерге, Кырымда ве Кырымдан четте олган инсанларга, скажу на русском языке тоже, да, от себя, от своего имени, от имени всех активистов, от имени солидарности, от имени всех, за кого плотится. Скажу, что сагол у нас всем тем, кто поддерживал из Крыма, и всем тем, кто поддерживал за пределами Крыма. Это еще не последний штраф, штрафы еще впереди будут, мы будем о них освещать, о них показывать. Это еще раз показало Бірлікте Кувет. Сила в единстве, в единстве народа. И пусть Аллах даст нам до конца выстоять эти дни в единстве. Без того, что в нашем народе во все времена и всегда были те, которые пытались всадить в народ определенный раздор, определенное разногласие, разделить народ на белых и черных, на красных и зеленых, на правильных и неправильных. Но только мудрый народ не разделится, не скажет на своих детей террористами. Кто лучше наших родителей знает, кто мы? Кто лучше наших бабушек и дедушек знает, кто их внуки? Кто лучше... Брат, нажми на него просто. Кто лучше, чем мы знаем, кто наши соседи? Разве может кто-то прийти нам и сказать, что он плохой, он неправильный, он радикал, он захотел захватить власть? Разве мы это видели ранее? Мы этого не видели, не знаем и не может быть. Не было в нашем народе никакого радикализма никогда. А если белое называть черным, но это может всегда и на любого назвать. Поэтому нет гарантии ни от кого. Еще раз просто хочу сказать, бірлікте олайық, бера бірлікте олайық, дин имандан Аллах бізні айырмасын. Ве дайма иншалла бу йолда, бу арекетте сабыр япайық. Сабырын түбінде керек олмаға арекет. Яғни сабырнен бірабер арекет олмасы лазым. Ондан да қайры, не сәме сөйлемеге істер едім, Аллаху тааля бізге ярық күнлеріні мұтлақа ең яқын вақытты, ең яқын заманда көрмеге насып елесін. Ве бұл күнлеріні, иншалла, біздер или бірабірлікте или динімізні жоймайып, иманымызны, бетімізні жоймайып, сатқын олмайып, көрішейік, көрейік бұл күнлеріні. Аллах разы олсын, сау олым. Аллах разы олсын.